нас упал шкаф. Ну, почти упал, мы его поймали. Начали смотреть, в чем дело. Казалось, упасть может не только шкаф. Рискует провалиться вся квартира. Плита перекрытия опустилась, да так, что видно соседей. Приехал архитектор и вынес приговор. Вот он сегодня приехал, все посмотрел. Сказал здесь не появляться в этой комнате. Почему? Потому что плита держится только на одной стороне. Она на одной стороне держится. А где балкон, там уже почти ни на чем она не держится. Дом 1971 года постройки еще в советские времена вызывал тревогу. Жители говорят, в 1981 здесь уже проводили укрепление стен, а несколько лет назад люди опять забили тревогу. Валентина Гуденко лично собирала бумаги и ходила по инстанциям. Говорит, ничего серьезного чиновники тогда не увидели. И все летит. А я говорю, вот оговорили, можно жить. Как жить можно? Что даже в комнату, говорит, не заходите. Ну, вы не заходите сюда? Нет, конечно. А как здесь? Он сказал, ни в коем случае. Ну, он же видит, она висит, плита. Это в любую минуту, вот сейчас мы стоим, она будет падать. Постучали в дверь. Мы открыли, сказали эвакуация. Дом в таком состоянии, в аварийном. Все, куда поедете? Я говорю, мы домой, к родителям поедем. Жильцов трех подъездов эвакуировали. Кто-то уехал к родственникам, кого-то поселили в лагере. Сегодня на Советскую прибыла комиссия и выяснилось, что жилье покинули не все. Куда вы селятся? У нас здесь родственники. Еще раз. Давайте тоже понимать, вас никто сейчас не бросил. Сейчас еще раз говорю, определимся, кого, куда и как переселять. Без крыши над головой вы не останетесь. Дом ваш тоже не бросит, долгострой ему не уйдет. Проблема будет решена в ближайшее время. Но поймите вы тоже, да, мы не всемогущие, и за минуту мы это не решим. Пока в квартирах жить нельзя, там устанавливают вот такие деревянные подпорки. Когда и кто будет заниматься капитальным ремонтом – вопрос, на который официального ответа пока нет. Хватит, ребят, снимать. Уже сняли. Достаточно. Давайте прекращать. Юрий Мишенин при содействии Нокс ТВ, Новотроицк.